Так ездим из города в город, стараемся дать людям какую-то ценность. Потому что сейчас очень, если вы посмотрите вокруг, все ценности, они или приглушены, или введены те, которые интересны людям. Ну, как можно сказать, даны искусственно. Но есть естественные ценности, это ценности души. То есть, допустим, любовь, она не принадлежит никакой нации, никакой религии. То есть мы можем любить по-настоящему, но любить можно только Бога. Если вы любите Бога, то вы любите каждое живое существо. В принципе, в этом заключается суть. Мы пытаемся донести человеку, что на самом деле можно жить по-настоящему счастливо с Богом. Мы летом в основном ездим где-то около 4 месяцев, такой большой тур. Сейчас мы ездим, мы начали с Полтавы, вот второй город Луцк. Дальше еще едем несколько городов, такие как Ровно, Львов. Еще раз, наверное, в Полтаву съездим. Вот. У нас небольшой тур на 2 недели. Называется Тхоти, это одежда в духовном мире. Там на самом деле все просто. И я скрава, можно сказать. Все просто, потому что душа, она, можно сказать, она радужная по своей природе. Она любит много цветов.